Всем привет, уважаемые подписчики и зрители моего канала, с вами вновь Джиггернаут, и мы начинаем играть на Days Apache Pantera, сервер, как я и обещал, у нас сервер Moto, и я уже что-то слышу, какие-то вздохи, ахи. Ну что, вернулся я уже, как и обещал, конечно же, но я уже начинал здесь играть, вы видите, у меня уже печенек есть, но все же, давайте уже потихоньку развиваться. Посмотрим, что да как. Так, ну зомби, как я вижу, тут не бегают. Они только рычат, палят вас. А в остальном вроде все пока нормально. Сейчас я только вспомню, как вообще управляется, как что делается. Я уже, честно говоря, сам отвык от игры. Ну что, и конечно же потом я расскажу, по какой причине меня так долго не было. В конце видео я вам такое сделаю, выложу, что именно произошло, что да как. Ну, все равно, как-никак мы уже, я уже, точнее, не маленький, жизнь у нас продолжается, растем. Так, ну что мы тут видим? А, игроков на сервере не так уж много, игроков 11 человек. Я думаю, ближе к вечеру у нас уже поднимется онлайн. И сейчас, знаете, что я хотел, где именно начать, точнее, обосноваться, где я хотел. Я хотел вот либо вон там, либо уже вон там мое место заняли, да. Так, ну ладно, это пока что в проекте, все это будет продолжаться. Сейчас я поначалу, я не знаю, что можно будет здесь делать. Для начала нам хотя бы машину какую-нибудь приобрести. Чем нравится мне карта Пантеры, ну здесь она очень маленькая, ну и можно найти неприятности, можно и полутаться легко, спокойно, и тем более на сервере Moto, тут им без проблем можно найти хороший лут. Так что сейчас будем искать и то, и второе, и третье. Сейчас, минуточку. Так. Можно, в принципе, обосноваться и вот в этом городе. Большой город. Нет, хотя, знаете, мне больше нравилось на песках. Там вечно у нас появлялись миссии. Кстати, давайте посмотрим на карту. Да, миссии у нас есть, желтые также миссии, также фарм. Ну, как вы помните, на мото сервере можно легко заработать на рыбе. Так, у нас две обоймы, это хорошо. Давайте посмотрим, что это за дом и вообще, есть ли в нем кто-нибудь. Нет, кажется, никого нету. Так, я по привычке уже. Да, кстати, так я вам и сказал, пока что я не играл в Days, а я больше времени тратил в War Thunder. Если кому интересно, пишите в комментах, я могу. Я записывал, конечно, ну, в принципе, и не стал выкладывать War Thunder. Там больше перестрелки на самолетах и большинство на танках был, конечно же. Танки и самолет. Ну, больше мне понравилось на самолетах. На самолетах там, получается, я играю за британцев, Spitfire и все остальные. Если кому известно, это по-любому Spitfire от одного названия только знаете, понимаете меня, о чем я говорю. Так что не знаю. Может, уже все играли в War Thunder, так что при желании, если у кого будет. Ну, я даже не знаю, мне, честно говоря, неохота выкладывать, но там реально хорошо сбиваю всех самолеты. Уже не знаю, какой уровень. Сейчас спидфайеры уже идут с пулеметами. Ой, с этими, не с пулеметами, а с тяжелыми пулеметами.
Так что можно легко развиться. И в Артандере. Ну, там я записываю не все полностью, делаю обрезки, чтобы долго и мучительно все не снимать. Ну, я думаю, здесь мы перестрелок не дождемся. Зомби появились, а игроков так таковых я не вижу. Вон там постройка есть чья-то. Здесь что-то непонятное, что-то понастроили, фиг поймешь, как-то все безобразно, все ужасно. Так, вижу нифиговую тачку. Ну что-то конкретно все застроили, непонятно. Транспорт закрыт, закрыт. И этот закрыт. Да, ну тут постарались они все закрыться. Туалетная бумага. Двери закрыты. Я вот уже думаю, как бы самоубиться и попасть быстрее бы на пески. На велике добираться до туда очень долго будем. Так, ну что, что я хочу именно сейчас сделать? Съездить на миссию, посмотреть, не знаю, может на миссии мы найдем какой-нибудь транспорт, вот, например, даже на вот этой, Ми-17, поначалу бы неплохо было бы на Ми-17 улететь. Так, а вон там какая-то вертушка стоит. Давайте ее проверим. На предыдущем сервере, как вы помните, на нафте, там действительно все приятно было играть даже на нем. Единственное, что там играют донатеры. Когда вот играют донатеры, мне уже перестает нравиться уже. И там тем более играют такие люди, которые вместе сообща играют. И когда тебя сидят, им 5 человек контролируют за твоим каждым действием, очень трудно играть. Хотя, в принципе, для меня было, честно говоря, веселье, когда взрываешь чьи-то танки с тех же самых, как оно обзывается, ПТУРы. Нет, не ПТУРы, подождите, вру. Забыл. Джевелин, вот. Тогда было вообще очень весело, мне очень понравилось, когда... Ну, парни, конечно же... Я сам удивился, сколько же они потратили денег на то, чтобы купить все это. Так, ну это кажется покупной. Ой, закрытый транспорт, да, закрытый. В принципе, я так и думал. Так, ну что, двигаем до миссии. Посмотрим, зачистим миссию. Возьмем сколько сможем оружия, вертушку саму. Ну и поедем уже на пески. Здесь как-то, не знаете, непривычно. Там на песках уже на родном месте больше всего нравится. Потому что там появляются и рядом миссии, и много чего. Трейд зоны пики, как вы помните, постоянно буду туда ездить на целку. Ну, как вы помните, я тут им рассказывал про эти трейд зоны, пихнул, потом целка и все остальное. Короче говоря, там удобнее. Я не буду, уже совсем уже. Отвык, конечно, от вас, и разговаривать сам с собой, и стараюсь не сбиваться. Так что не буду отвлекаться, буду делать все, как было. Здесь кто-то начал строиться. Да, единственное, что плохо, здесь 12 человек. Хотелось бы больше.
Там был, конечно, смотрел, когда сервера, а на Пантере есть еще более побольше игроков, но я не стал туда заходить, так как сервер Мото, мне понравилось то, что у них вооружение такое среднее, то есть вот эти вот, как вы видели сейчас, самое это появляются танки здесь самые такие мощные, а в остальном здесь нету ничего такого тяжелого вооружения. Например, БМПХ, там что еще? БТР и так далее, тому подобное. Я не знаю, честно говоря, может здесь маленько изменено это в продаже тяжелой техники, но это, не знаю, будем делать, посмотреть. Так что сейчас съездим на миссию. Честно говоря, я так отвык уже от Дейза, уже сколько времени, где-то недели две прошло, как я в Дейз уже не заходил. Так что если что-то будет не так, если меня будут убивать даже, то не обращайте сильно внимания, потому что реально, я уже отвык от Дейза. Так, ну там у нас построечка воздушная. Кто-то в воздухе построился. Так, стоять. Так, 900 метров мне до миссии осталось. Велик действительно самый офигительный транспорт в DayZ. Так, а вот когда вот такой вот склон, он не очень эффективный. Но вот как вы видите, он тоже нифигово едет. По такому даже уклону, блин. Офигеть. Но он все равно едет. Так, стоять, стоять, стоять. Есть. Собрали куст. Стоять, вот так вот. Начинается вот эта вот проблема. Здесь надо крутиться, вертеться, чтобы выровнять его. И главное в воду не уехать, иначе мы останемся без велика. Так, 500 метров у нас до миссии. А что такое? Кряхчу, как старый дед. И они, конечно же, за горкой. Где-то там кто-то умирает. Мне даже интересно, от чего они умирают. Так. 300 метров. 340. Мне бы какое-нибудь хотя бы укрытие бы найти, иначе они меня размотают быстренько. А, не за горкой получается, прям там. Так. Тофтаничка. Ага. Ё-моё. Ё-моё, как их там много. Так, пулемет вижу. Один. Второй вижу. Ну, здравствуй. Так, один, два. Так, это какая у нас миссия это хоть? Это желтая. А, бандиты. Все, ладно. Давайте попробуем зачищать. Один минус. Так, переходим дальше. То пулемет нас не смог обнаружить. А, он даже меня... На меня даже внимания никакого не... Так, еще один минус.
Так, о, боты начали насаться. Есть. Да чтоб тебя. Есть. Есть. Ой. Это же по мне? Ух ты! Офигеть! Вот это я не заметил его. По кому они стреляют, я не могу понять. Как-то, знаете, как-то просто с миссиями. Все пока удается мне в легкую. Неужели это все? Да ладно. Вот и все. Как-то так. Хм. Честно говоря, очень просто показалось. 25 патронов всего лишь потратил. 13 бандитов убил. Так, велик. Велик фиг у нас разбирается, да? Да. А, хотя нет. Вот, репак байк. Все, вспомнил. Гудвин тогда говорил мне, что через GPS можно собрать велик и все остальное. Можно с GPS делать. Также с помощью GPS можно найти свой транспорт. Нет, если у вас ключ есть, то можно найти свой транспорт. Ну, не свой транспорт, а даже чужой транспорт по ключу. Ну как бы все, что ли? Я думал, тут будет посложнее. Ну ладно, не будем сильно расслабляться, будем на чеку. Опа-на! Я же говорю, не надо расслабляться. Так бы я сейчас вылез бы. Но остальные вроде все мертвые. Так, братишка там у нас утоп. Так, ну у них то, что фигово, то, что у них нет рюкзаков. Я без рюкзака полез сюда. ДМР, дальнометр. Так, миссия выполнена. ВСС, 110-ки. Дайте рюкзак. Ну, маленький рюкзак. Фигово. Ну, тут народу много. И ни у кого нет рюкзака. Да. А я такую миссию выполню, которая, блин, со снайперками. Смотрите, ВСС-ки, 110-ки, ампоинты, десерт гили, компасы. Нормально. По идее так. Но я даже перенести сейчас не смогу все полностью. Так, на пилота.
Ну, вертушка полетит, у нее 10, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Так, ладно, печенек скидываем и потихоньку будем сейчас перетаскивать тогда. Например, ВСС-ка влезет, влезла, еще одна ВСС-ка. Снаряга. Где снаряжение-то? Вот оно. Так, ВСС-ка, ВСС-ка. Ну, все самое ценное берем. Так. Так, так, так. Это. Ходят тут всякие. Так, ну и 4 ствола можно еще закинуть. Так, что тут у вас есть? А, омик возьмем. Это спрятать. А, здесь у нас. А, нет, не хочу я это делать. Документы, набор инструментов. Запасной можно взять. Ладно, прячем. Вот ДМР-ку можно взять. Так, 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 так. Бинты, болеутоляющие. В принципе, спрятать. Так, здесь у него М-ка. Дополнительная еда, документы, набор инструментов. Фигня всякая. Так, М8. Попить. Попить-то мы надо взять. Морфий у нас есть. Дальнометр. По-любому заберем, блин. Да, трупов здесь, конечно, очень много. Так, это нельзя скидывать. Значит, у нас два ствола еще лишних можно положить. Так, вот этот скин я хочу забрать, но он не даст мне. Так, здесь у нас М8. Он нам нафиг не нужен. Ладно, чтобы не мешались, надо тоже их попрятать. Не отвлекали. Так, тут у нас 240-й. Заберем его. Ломик, мачете, радио. Фигня. Гейм-товер. Так, тут у нас эмочка. И вот я теперь не знаю, смотрите, у меня уже 425. Это, блин, становиться героем, либо мне становиться бандитом. А, здесь мало игроков. А, в принципе, я даже не знаю, становиться героем как-то неинтересно. Это по-любому, если вы встретите игрока, и это, получается, надо будет его... пропускать ему, упускать ему, ну,
не убивать его. Из-за этого экшон пропадает. Так что я думаю, буду бандитом. Ну, конечно же, если по миссиям, то да. Миссии будем искать такие, чтобы героев надо будет. Геройские миссии. Сейчас я бандитскую миссию, но у меня без выхода. Безвыходное положение было. Пришлось вот убивать. Так, ну, в принципе, вот мы и отоварились. Полетим мы теперь на трейд-зону. Оказывается, все просто. Имея печенек. Так, ничего не слышу. Сам себя даже не слышу. Имея печенек. Да-да, здорово. Имея печенек, можно зачистить в легкую миссию. И уже вот я лечу на вертолете. Этот вертолет боевой, в принципе. Его нельзя будет продать. Но зато. О! Вижу игроков. Так что я думаю, очень легко здесь развиваться. Ну, в дальнейшем, конечно же, будем ловить рыбешку. Также чтобы быстро разбогатеть. Так, здесь уже занято, как я вижу. Да, вон уже моторные лодки стоят. Нет, не надо так делать. Я не хотел так, извини, вертушка меня. Задел антенну, потом по деревьям. Большие винты у Мишки. Ай, садись уже, хватит долбиться. Так, ну перво-наперво нам сейчас надо рюкзак приобрести. Иначе мы ничего не сможем продать здесь. Здорово, чувак. Забери мне пилемет. Вот, за 20 голды. Так. И продать надо ленты пулеметные. В принципе, у нас есть печенек и все остальное. Так. Там вроде бы у нас 3 обоймы было. Ну, в принципе, знаете, сейчас, я думаю, вы сами видите, что я с самого начала уже приобрел достаточное количество оружия, уже на вертушке. Но это, знаете, поначалу. Обычно у меня как получается, я что-нибудь ищу такое, чтобы приобрести машину перво-наперво, потом уже только. Так, а мне надо. Так, что у меня тут лежит? Ничего особенного. Дальнометр, я думаю, потом еще найдем, продадим и купим. О, большая оружейная здесь есть. Либо койот, либо черский, либо большое оружейное. Сейчас посмотрим, сколько что стоит. Большая оружейная, один бриф стоит. Так, койот 40 голды. У нас 20. Черский, вот, черский покупаем. Потому что 20 голды. Все, что мы сможем
купить этот черский рюкзак хотя бы на 40 слотов. Есть, все нормально. Так, ну и теперь начинаем загружать. Так, ну ДМР-ку я тоже, думаю, продам. Патрон оставлю на всякий пожарный, мало ли пригодится где-нибудь. Патроны ВСС, 110-ки. Ладно, пойдет. Что-то хотят либо за день, либо за ночь голосуют. Так, чувак, у тебя же, да, ДМР-ки подаются? Японц. Да, у него тут куча всякого разного. Но ДМР-ок я тут не вижу. Здесь натовское оружие, получается, везде всякое разное. Тут патроны, эксплозив, бриллианты, всякая всячина. Так, снайперки. Снайпер, снайпер, да, ДМР, вот они. 40 голды. Народ, я сейчас, кажется, уже куплю сейф и поставлю первый свой сейф уже в первой же серии. Я сам офигеваю. А, да, забыл, что тут такая вот фигня, когда вот снайпер, снайпер. Нельзя, короче, получается, наводить на NPC и открывать инвентарь. И начали вы вот так вот будете падать. Приходится отворачиваться, брать оружие, опять поворачиваться к нему и тогда только продавать. Все, получается, смотрите, у меня бриф и 10 золота осталось. А так, это что у нас? 100, 110 золота. Так, серебро. 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 Вот оно. Скидываем это серебро, оно нам даром не надо. Ну, конечно, можно было удочку купить, но я думаю, удочку мы потом приобретем. Так, у меня мой секундомер упал. Сейчас продадим ВСС-ки. Сколько? 20 голды. Ну вот, мы, в принципе, уже на большом скакуне. На Ми-17 скакуне. Так. Ай. Нет. Не сработало, хорошо. Так, еще одну ВСС-ку. Чтоб тебе. Да я вам падать. Мне просто тут куча проводов, они все переплетены, мышка тут переплетена с секундомером и стой, все стоит. Так, ну все, мы вроде все продали. А берем теперь бриф, сейф. Сейф, вот он сейф. А вот это подляна. Ладно, берем локбокс тогда, что поделать. Нам, у нас тут сколько, 50, фигово. Так, японц. 110-ок тут нету. Нету снайперки. 110-ок нету, блин, фигово. Не знаю, не хочу я продавать печенек свой, это самое такое основное оружие будет моим. А что я еще могу? Печенек и 110-ки, да. Бриф, ой, сейф пока что я взять не могу. ДМР. Мне тут не выйдет, у меня один бриф только. Ладно, покупаем тогда локбокс поначалу. Хотя знаете, что можно сделать? Давайте пробежимся до тех вот зданий. Там есть диспетчерская, казармы есть. И там, может быть, какое-нибудь оружие раздобыть. Потому что реально неохота мне покупать локбокс за 70, когда можно купить ему сейф. Всего лишь надо 50 голды.
Сейчас здесь пробежимся. Надеюсь, нашу вертушку никто не угонит. Нам надо всего лишь 5 стволов набрать. Саперская лопатка. Она у меня есть? Есть. Что за фигня? Так, чешский рюкзак. Может, койот найдем? Вот, РПК. Это неплохо. И вон там вот еще казарма у нас есть. Можно было прямо вот здесь, вот этот гараж занять. Но я не хочу, знаете, здесь пространство такое, ну, не пространство, а мало места обзорного. То есть, мы, если здесь какая-нибудь начнется перестрелка, то здесь очень тяжело начнет, ну, видно будет. Так, вот эту казарму проверить. И у тебя дальний. Так, тут у нас пистолет, револьверы, АКМ. АКМ, как я помню, он дорогой. Возьмем на всякий случай. Так, свешу вертушку уже какую-то. Летит в непонятном направлении. Но, как я помню, здесь патрульных ботов нету. Так, еще чешский. Вот, СВД. Койот лежит. Вообще прекрасно. Койот? Нет, это британский. Фигово. Я уже обрадовался, думаю, койот сейчас возьму. Так, здесь что у нас? GPS по-любому. Да. А оружия больше нету. Так, ну там есть еще казармы. Вот. Самый тот последний вертолет, на котором все летают ему и разносят. У него есть ракеты, пулеметы. Пулеметы и ракеты. С ним, конечно, очень тяжело бороться. Я даже не знаю, может, у него даже тепловизор есть. О, вот, вы видите сами, что он творит. Взрывает все подряд. Так, там Хаммер стоит. Весь уже разобранный. Так, М9, ПБС. Так, тут у нас ничего нету. Тут у нас СПРка. Это хорошо, снайперки очень хорошо у нас в ходу. G17 пистолет. Патроны. Здесь ничего нету. Админ! Меня бомбят. Админ, помогай. Так, АК-107. Так, что бы мне сделать? Вот это вот съесть, вот это вот тоже съесть. Вот это вот сюда переложить, а саперскую лопатку фигни. Выкинем ее. Ну все, в принципе, мы полные сейчас. Во-во-во-во. Это надо забрать. Да, звуковую ПБС-ку. Мне она больше нравится. Так, ну и патроны. Все. Сейчас это продадим, возьмем все-таки сейф и уже первый сейф поставим уже в первой серии. А в дальнейшем же у нас будет продолжение. Не знаю, уже будем потихоньку развиваться, строиться. Рыбачить.
плавать на лодках и так далее и тому подобное. Вертушка стоит. Так, ну я думаю, блин, уже смотрите, 17 человек уже. Оказывается, сервер тоже, ну, такой себе, что тут люди тоже заходят и играют. А на это, на Чернорусии, как вы помните, там заходило, наверное, чуть ли не под 60 человек. Было очень весело. Не знаю, не успеваешь даже поворачиваться на ту сторону, где стреляют, потом уже с другой стороны стреляют. Ну, короче, там было действительно... Ну, здесь, знаете, на Нафте играл, когда в предыдущих сериях, вот где Нафт, там действительно такой сервер, где просто заходишь, чтобы отдохнуть от всей этой суеты, перестрелки. А, ну там вы сами видели, что я тоже там спокойно не смог сыграть, потому что сам на неприятности прыгал, и вот получается, я и получил неприятности. Сначала один БТР угнал, потом второй БТР вообще взорвал. А потом еще и БМП-3 или БМП-2, не помню, как она называется, вообще взорвал. И еще с чуваками перестрелялся. Было очень весело. Так что здесь у нас уже будет, конечно же, я буду оглядываться по всем сторонам, высматривать противника. Точнее, не противника, а даже игрока. Потому что реально... Нужно уже набивать и человечность, хотя мне еще одну миссию выполнить, бандитскую миссию какую-нибудь, и у меня уже будет 5000 человечности геройских. Но сейчас у меня основное — это продать оружие, купить первый сейф. Вот, практически еще 30 голды. Так, как здесь продается? Чик-чик-чик, тут нету. Снайперки. Где 107-то? Ага, 107-х калашей нету, видать. Ой, я не специально, я не хотел. АКМ за 10 голды. В принципе, знаете, можно было сейчас купить удочку, пойти на берег, поймать им рыбешки, и уже на сейф можно уже было заработать. Но я решил таким путем пойти. Так, ну и что я хочу еще в дальнейшем рассказать для обороны своего дома. Я хочу, знаете, что сделать? Купить хаммер с этими, со стингером для обороны от вертушек. И купить какую-нибудь тяжелую технику наподобие лава. ЛАВ 25, либо еще что-нибудь. Ну, как вы помните, в предыдущих сериях на сервере Мото там вся расценка была. Так, что я делаю? Перегружаю я все себе. Так будет надежнее. Покупаем сейф. Сейф. Купить. Все, первый сейф у нас есть. Так, телефон у нас зарядился. Все хорошо.
Все. Ну что, летим тогда на пески, устанавливаем сейф. У нас тут появились новые миссии. Ай, дерево зацепляет. Ах, удачно взлетели. Так. Ну, вот этот остров вы уже с ним знакомы, потому что я здесь уже строился. Точнее, когда играли мы с Максимом. Это, если вы видели эти серии, то вам известно, что те два здания мы застраивали. Хотя они и так уже застроены. Так, ну а наша постройка будет вот здесь вот, как обычно. Птица, я же тебя чуть не сбил. Блять, там какой-то нехороший чувак. Ой, он сейчас ракетами будет бомбить. Вау, вау, вау. Кто-то еще стреляет. А, во время боя нельзя. Это жесть. Тут я попал в одно место. Ай! Ты что творишь, блин? Так, а как, куда бы мне смыться? Да, сюда что ли спрятаться? Вот они мне не дадут поставить сейф и... Блядь, ну как обычно же, да-да-да. Вот так вот. Вот такое вот у нас начало получается. Сейчас тогда... Я даже не знаю, что буду делать. Постараемся... Даже не знаю, что сделать. Вот именно, что вот от вот этой вертушки надо хаммер со стингером. И тогда уже будет намного проще, и даже тепловые эти, как его, не спасают от стингера. Ракета летит прямо в цель. Да. Вот такая вот у нас первая серия получилась.
Будем надеяться на то, что сейчас они меня не бутали. И у нас все хорошо. Так, ладно, сейчас я тогда поставлю на паузу, как я загружусь, и мы возобновлю видео. Ожидаем. Так, народ, я появился. Сразу в воздухе. Пока что я не бандит, и... Что за бред? Я никуда не лечу. Ну вот, опять какой-то бред. Вот. После открытия парашюта опять получается такой же баг, который происходил на нафте. Придется лететь на парашюте очень долго. Но теперь я даже не знаю, как я смогу там построиться, так как то здание они разрушили. И даже контура какого-то такого, ну, где поставить сейф свой, даже нету. Я даже не знаю, может переехать в другое место куда-нибудь пока что. Либо разбросать свои сейфы, где попало пока что. Чтобы было нормально. Так, и до сервера у нас осталось совсем... Ой, до рестарта сервера осталось совсем немного. Так, а что такое там дымится у нас? И взрывается еще. Неужто это наша вертушка? А, там танк стоит. Офигеть. Да, и тут танк катается. Нормально, нормально. Да, игроки здесь уже прохаванные, проеденные, уже понабрали себе танков, вертолет. Ты. Но я думаю, это будет все легко и нам удаваться, так как в дальнейшем рыбалка будет давать о себе знать. Так, вон у нас еще здесь дом стоит, оказывается. Там вертолет. Так, ну и танк поехал по своим делам. Блин, пока я спущусь на этом парашюте, это капец, очень долго.
остановился. Зачем ты остановился? Езжай по своим делам. Я вот не знаю, остался ли мой ут. Я думаю, им не нужен мой ут. У них и так все хорошо складывается. Наконец-то приземлились. Да, печенек на месте, рюкзак на месте, сейф на месте, все на месте. Как заманчиво-то, да? А вот и игрок. Вот, блин. Ё-моё, как я забыл-то про эту штуку. Нельзя находиться, когда взорвана эта штука, ну, в здании. Её нельзя, надо возле него находиться. Ай, как хреново-то, когда я там увидел этих двоих-то. Так, давай, чувак, уходи тогда отсюда. Очнись быстрей. Ну давай. Как же хреново-то, а? Откатывайся, откатывайся. Хотя бы за эти камни, что ли. Ой-ой-ой. Вы же меня не увидели еще. Нет, вроде не увидели еще. Так, мне надо срочно перевязаться и перебинтоваться. А хотя мне надо очень срочно сейчас поставить сейф для начала. А, видите, опять... Нет, нафиг, надо убегать отсюда. Подальше от этого взорванного здания, иначе я весь переломаюсь. Так вот, так, ну что, давайте сделаем другое. Поставим сначала сейф где-нибудь в другом вообще месте, иначе мне покоя так и не дадут. Будем надеяться, что... Только хотел сказать, а? Вот только хотел сказать, будем надеяться, что они меня не увидят. Ну что, вот так вот, в принципе, у нас и начинаются баталии. Я маленько даже зол. Ну, это действительно, знаете, такое... Им за это человечность не дается. Они убивают меня с техники. И даже человечности ничего им это не дается. Они один фиг убивают. А ради чего, я даже не знаю.
Ради прикола. Хотя я бы тоже так же самое поступал бы, когда бы у меня такая техника была бы. Хорошо. Это я знаю, что... Я только хотел сказать им, главное, чтобы они меня не заметили, и я убегу спокойно. А не там-то было, они меня сразу же заметили. Фиговато. Ладно, сейчас тогда постараемся что-нибудь замутить. Если бы не та взорванная постройка, я бы смог бы уже пострелять бы по ним бы, мог бы, может, даже убить кого-то. Но там эта постройка не давала мне спокойно прицелиться даже. И если бы я бы там оставался бы, меня бы даже могло бы и убить. Так, ну опять меня загрузка подводит, так что давайте на этом будем прощаться. Серия уже длится уже долго. Так что всем спасибо за просмотр. С вами был Джиггернаут. Ну и под конец хотел показать вам, что именно из-за чего я так долго с вами не общался, так долго отсутствовал. Так что смотрим. И, короче говоря, спасибо за просмотр. Подписываемся, комментируем, ставим лайки. И всем пока-пока. Итак, народ, вот я и здесь, и сейчас хочу вам объяснить, по какой ситуации я пропотал, где я был, что я делал, ну и, конечно же, вот та самое невероятное чудо, которое появилось в моей жизни. Честно говоря, знаете, я долго искал такую девушку, ну, она была довольная, веселая, азартная. Ну, она и добрая, и, знаете, такая хорошая. Больше я не знаю, у меня все мысли только о ней. Но она, знаете, не знаю, я не стал выбирать ему прямо так уж. Я вот увидел ее, и все. Ну, хоть, как говорят, людей по себе не судят. Любит очень гулять, очень веселая, азартная, всегда ему... хочется ей чего-то новенького, как и мне, когда я тоже сижу, ну, не знаю. Вот, получается, мы здесь по березовой роще гуляли, ну и так далее, и тому подобное. В принципе, вот где я и пропадал. Честно говоря, знаете, люди, когда вы встретите такую же девушку, вы поймете, что это та самая, когда вы уже действительно поймете, что это то самое, и когда нам будет говорить, ему зовет вас в кровать, ему и шепчет вам на ушко, иди ко мне, мой маленький, и все остальное, там, честно говоря, очень, знаете, как приятно. Так что отрывайте задницы от своих стульев, от компьютеров, и идите, ищите свою судьбу, свои прекрасные девушек. Так что с вами был Джиггернаут, всем спасибо, пока-пока.